все, друзья, засыпал я все солью, хватило мне 5 килограмм. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Приветствую всех зрителей канала Риттер ТВ. Сегодня мы приехали на дачу. Сегодня я решил немного поработать. Ну и, соответственно, нужно что-то перекусить. Так что сегодня рубрика «Хочу пожрать, друзья», как вы любите. Так что поехали! Сегодня мы готовим не обычное блюдо. Сегодня у нас будет цельная курица в казане под солью. То есть соль внизу, курица в середине, соль наверху. И будем это все готовить. Ну а для начала надо замариновать ее. Пока будем работать, будет наша курочка мариноваться. Так что, друзья, сейчас я вам покажу, что нам сегодня для этого понадобится. Друзья, а перед тем, как мы начнем наш обзор, хочу вам посоветовать, порекомендовать канал своего друга Дмитрия Картавого. Он делает мне монтаж, вот этот замечательный монтаж, вот эти замечательные превьюхи, которые вы это все видите, это все его работа. Моя только готовка, съемка, блоги и так далее. Он все делает, и монтаж, и превьюхи, вот эти вот замечательные. Так что давайте, друзья, поддержим его, просто чисто от души. Подпишемся на него, передадим от меня привет, поставим лайки на его видео. Так что, друзья, давай, подписываемся. Еще хотелось бы ответить умникам в предыдущем ролике про готовочку, которая у меня выходила. Там, я не помню, что у меня было. А, пельмени в казане были. И вот там умники писали комментарии, что вот, конечно, продолжай так дальше, типа того, что готовка идет возле туалета. Я не знаю, где они туалет увидели. Сейчас я вам покажу, друзья. Вот такая вот постройка. Я думаю, все наблюдали уже в моем видео. Вот, где здесь дырка? Это просто, друзья, летний душ. Наверх ставится бочка летом. И когда после работы, туда-сюда раз, обмыться. Так что я надеюсь, этим умникам я ответил, что это не туалет. Так, друзья, вот что нам сегодня для этого понадобится. Это немного картошки. Я взял упаковку, но нам много не надо будет. Соответственно, большая чашка, маленькая чашка, доска, супер ножик, как всегда. Сама курица, у меня 1,5 килограмма. Подсолнечное масло, фольга, розмарин, 6 килограмм соли понадобится нам. Перец черный, чеснок сушеный, соль. Из приправ у нас идет мили-сунели, приправа для курицы и приправа домашняя зелень. Сейчас начинаем мариновать курицу. Ну и в дальнейшем вы все увидите. Не забывайте подписываться на моего друга Дмитрия Картавого. Ссылочка будет в описании. Еще раз говорю вам, передавайте от меня привет. И поддерживайте, пожалуйста, так, как вы меня поддерживаете. Поехали! Итак, в первую очередь мы делаем маринад. Добавляем приправу для курицы. Приправу хмели-сунели. Приправа домашняя зелень. Чеснок сушеный. Черный молотый перец. Ну и добавляем соль. Добавляем туда немного растительного масла.
все это дело перемешиваем. Курочку я отрезал, все лишнее от курочки. Теперь берем удобную для вас посуду, что побольше будет, опускаем курицу и начинаем мариновать. Для начала берем еще немного соли, посыпаем солью. Также вовнутрь. Берем наш маринад и поливаем курочку. Полили мы маринадом курочку. Теперь берем и втираем все в нашу курицу. Хорошенько все хорошо втираем. Забываем снутри. Берем пару веточек розмарина, отправляем вовнутрь. Дальше втираем. В принципе, все у нас готово. Курица замаринованная. Теперь отправляем ее на 3-4 часа в холодное место. Накрываем крышкой. И идем работать. Как поработаем, включимся дальше, когда наша курица замаринуется. Так что, друзья, не переключаемся. Для меня это будет 3-4 часа, может быть 5, а для вас секунды. Так что, друзья, смотрим дальше. Ну что, друзья, прошло у нас 4 часа, я поработал немного, убрался, прибрался, не совсем, конечно, но надо продолжать снимать для вас видео. Так что, друзья, сейчас чистим картошку, немного картошки нам понадобится, и включимся чуть-чуть. Ну все, друзья, почистил я немного картохи. Сейчас берем фольгу, расстилаем фольгу и будем уже вкладывать и фаршировать картошкой нашу курочку. Все, замотали мы курочку в 4 слоя. Сейчас рубим дрова, распаливаем печь, ставим наш казан, засыпаем солью. Все это вы сейчас увидите. Так что, друзья, не переключаемся. Друзья, все, распалили мы печь. Сейчас будем до дна засыпать соль, укладывать курочку. Засыпать это все солью. Ну все, друзья, засыпал я все солью. Хватило мне 5 килограмм. Так что
можете и 5 килограмм брать. Я взял на всякий случай, потому что это зависит все от курицы. Какая большая она курица или поменьше там. Так что, друзья, все. Теперь мы даем казану прогреться. Накрываем крышкой. И готовим это все полтора часа. Периодически поддерживаем огонь. Где-то средний нужен огонь или ниже среднего чуть-чуть. Полтора часа. Так что, друзья, все. Встречаемся через полтора часа. А я пойду еще немного поработаю. Ну что, друзья, пришел момент истины. Прошло у нас полтора часа. Сейчас будем снимать с огня. И посмотрим, что у нас там творится. Ах, какой запашок идет. Жареной курочки. Все, друзья, снимаем с огня. Ну все, друзья, вытащили мы из соли. Теперь оставляем на 15 минут немного отдохнуть. И потом уже вернемся к дегустации. Будем дегустировать. Покажу вам, что получилось. Не переключаемся, друзья. Ну что, друзья, отдохнуло у нас мясо. 10 минут, я думаю, достаточно. Теперь будем раскрывать. Посмотрим, что у нас там. Смотрите, друзья, что здесь происходит. О, мяско нежное, картошечка прожаренная. О, мясо аж от кости отходит. Посмотрите, какую красоту мы сделали с вами. А запах-то какой. О, сейчас будем пробовать. Это просто кайф. Горячее все. Грудка, смотрите, какая. Ой, горячо еще все, друзья. Но уже не могу. Не терпится мне. Это просто кайф. Не передать просто, друзья. Просто божественно. Ну, друзья, вот мы с вами приготовили нашу курочку в казане на костре под солью. Получилось просто обалденно. Я вот не могу сдержаться еще. Вот прям поработал сегодня, пока готовилась. Аппетитно гулял. Это просто что-то с чем-то. Так что, друзья, советую всем, просто всем советую приготовить по такому рецепту. Рецепт ВО. Приготовите, не пожалеете. Ну а так что, друзья, не будем долго прощаться, сами знаете. Лайки, дизлайки, комментарии пишите, обязательно комментарии пишите, поддерживайте меня. Потому что ваши лайки и ваши комментарии дают мне шанс продвинуться дальше. Так что, друзья, помогайте мне немного. Кстати, подписывайтесь на ТикТок. В ТикТоке тоже выходит много роликов. Ссылки будут все в описании. И на ТикТок, на соцсети, ну и на Диму Картавова, на моего монтажера, моего друга. Так что, друзья, и подписывайтесь на него.
Ну а так что, друзья, не будем долго прощаться. Как всегда, до скорой встречи.